Прежде чем показать салют, посвящу минутку тому, что значит в Москве бесплатное шоу. Это десятки, чаще сотни тысяч человек, спешащих занять лучшие места. Не надо пугаться, достаточно быть готовым. Чтобы потом не расстроиться, надо сразу настроиться морально. Массовые мероприятия всегда массовые. Толпы людей, забитые маршрутки и метро, пробки на дорогах и толпа разъяренных граждан, не успевающих к месту событий, так что это норма. Бэкграунд московских массовых мероприятий. Куча людей, никому ничего не видно, но все пришли, все чему-то радуются. Мне пришлось час мужа ждать. Он просто не мог уехать, влезть в поезд монорельса. Вот что творилось на Тимирязевской. Если на все это не обращать внимания, а ведь мы знали заранее, что иначе не будет, то все отлично, и яркое шоу подарит потрясающие эмоции.